Жительницы городского округа Люберцы ветерану труда Антонине Гусаровой подарили новую газовую плиту. Оборудование было устаревшим, и оно представляло угрозу не только для хозяйки квартиры, но и для жителей всего многоквартирного дома. Подробности далее. Срок плиты должен быть 10 лет. Она мне 23 года. Мы боимся, вдруг у вас что-то будет, требуется замена. Такое предписание во время ежегодной проверки дали сотрудники газовой службы. Приобрести новую плиту ветеран труда Антонина Гусарова не могла. Пенсионерка обратилась за помощью к руководству управляющей компании ЛГЖТ. Просьбу услышали. Вы нажимаете кнопку вот сюда, все, она зажигает. Вот видите, и все вас зажигает. Я хочу выразить вам благодарность. Всем. Тот, кто помог это мне. Всем вам, Татьяна Михайловна, которая сделала дорожку мне, чтобы отнести заявление, а то бабки куда-то колтыхать. 83 года. Теперь хозяйка квартиры планирует затеять ремонт на своей небольшой кухне, чтобы новая плита гармонично вписалась в интерьер. Но самое главное, что теперь можно не бояться за безопасность свою и соседей. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.